И всем привет, друзья, с вами Грегор, и это 27-я серия второго сезона проекта «Город в Майнкрафте». В этом выпуске у нас будет первое обновление, это у нас два новых живых здания. Это у нас парадное живое здание, второе уже... трехпарадное здание. В принципе, 10 по 10 этажей, в принципе... Ну, давайте начнем с этого здания. Я вроде помню, что вроде показывал, но... Ну я решил, можно сказать, еще раз показать, поскольку я не особо помню, показывал ли я вам это здание или нет. Поэтому решил еще раз, можно сказать, показать на всякий. Так вот, здесь у нас кровати, диван, телевизор, сундучки, балкон такой вот. Кухня такая вот. То есть печка, холодильник, стул и стулья. И туалет с ванной. Квартиры одинаковые, в принципе, в двух домах, так что особо зацикливаться мы не будем. Так, тут вот начнёт на крышу только через эту будку, при помощи лестницы. Следующее обновление, друзья, это впервые появившийся асатовский магазин Спар. Это первый в асатовский магазин. Магазин располагается по адресу Комендантский проспект, дом 20. Тут у нас 4 кассы, кстати, вот тут бак один, потому что я не досчитал. Тут у нас тут должен был проход быть в 2 блока, а тут один, к сожалению. Не дочет. Тут у нас ящики, и в пакет разложить. Место, где можно, кошка, где можно разложить товар по пакетам. Тут дальше идут уже. Тут же все как стандартно, тут у нас полк с газетами, журналами, тут у нас отдел с овощами и фруктами, просто вот полки с товарами и отдел с замороженными продуктами, ну и холодильники, ну типа там напитки хранятся. И также, друзья, идет новинка. Здесь в Спаре можно оплатить ЖКХ. Не знаю, как в вашем Спаре, но в Спаре, в том Спаре, который рядом, который напротив моей школы, там есть возможность оплатить за ЖКХ. Дальше идет у нас склад такой вот, тут я могу сказать, тоже добавил шокеры, ящики и все. Тут уже идет дорожка для грузовиков. Еще одно следующее обновление, это уже двухэтажка. В принципе, я могу сказать, это закос под двухэтажку, который располагается в Челябинске на улице Энергетиков. В принципе, тоже такое расположение окон, в принципе, тоже крыша такая. А так, если смотреть с другой стороны, разумеется, перед с этого парадной части, то тут ничего особенного, друзья. В принципе, то же самое, что было на тот же... В принципе, за основу был взять тот же, в том, что на Щербаковской стоит, на улице Бакинских комиссаров. И, в принципе, вот, добавлено еще... И да, в общем, сменил окно вот здесь, вот, спереди. И следующее, последнее обновление, это уже от Максима, это уже следующее обновление по заказу от Максима Широкого, друзья. И сегодня Максим попросил, чтобы я сделал магазин, рыболовный. И также он попросил сделать пункт получения заказа, выдачи заказов за One Adveris. Там еще было практика о том, что типа нужно сделать еще типа, пункт выдачи заказов с Озон, но ну, он как бы сделан, так что поэтому я решил сделать One Adveris. Ну и по ходу строительства я получилось, так что получилось там одно большое, другое маленькое здание, поэтому я решил объединить их. И вот, друзья, давайте заглянем. У нас дом с подосматриваю, Салютная улица, дом 3. Тут у нас касса, полки, тут у нас различные удочки, запчасти для нее же, и все, ну, короче, все для рыбалки, друзья. Тут у нас уже пункт выдачи заказа с Wildberries, тут у нас менеджер сидит, тут у нас ящики, точнее, куда приходится складываться заказы для заказа,
товары, которые заказаны с официального сайта Wildberries. Ну и, так сказать, человек приходит сюда, то есть по полученному номеру, по адресу, адрес, то есть вообще это какой-то номер, типа, ну, номер заказа, то есть, типа, и ему выдает тот или иной товар, который он заказал. Также я добавил вывеску надпись, надписью Wildberries, ну, типа, ну, пурпурный, да-да, это пурпурный, и это питона. И, ну и напоследок, друзья, я еще добавил хрущевку, друзья, вот, добавил. Ну и, возможно, я вот здесь я еще поставлю, сделаю, построю еще одну поликлинику, друзья. Ну и, в принципе, у меня на этом пока все. Понравилось или нет, решать вам. А я с вами прощаюсь, с вами был Грегори. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите свои идеи. Всем удачи, до новых встреч. Пока.